83-летний житель дома остался заблокированным в собственной квартире. Чтобы не задохнуться, он вышел на балкон. Как только возгорание было потушено, несколько пожарных вынесли пенсионера на руках. Остальные жители дома вышли на улицу сразу, как только почувствовали запах гари. Запах пошел через вентиляцию. Выбежали, дым в подъезде, спустились на низ, забрали все. Стучали там соседям, кто там вышел, кто нет. Вот остальных там пожарные выносили, выводили. Все жители уверены, что причина пожара – неисправная электропроводка. Просто с проводом что-то случилось, с проводами. Замыкание же какое-то произошло. Видимо. Там мусора у нас никогда не бывает. Там, во-первых, очень узенький такой промежуточек. Там туда никто никогда не заходит. У нас с ключом только бухгалтер и только председатель. Медицинская помощь понадобилась двоим пенсионерам. Медики осмотрели пожилых людей, после чего обоих отпустили. Также на место происшествия подъехали сотрудники электросети и горгаза. Сейчас выясняется причина возгорания. Равиль Сайганов, Ляйсан Латыпова, Альберт Даминов. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.